американцев таких ракет нет и никогда не было. Чем привлекателен Южный полюс? А мы сразу знаем, куда ее запускать, да? Ну, конечно. Через Южный полюс, через Северный. Ну, речь идет... У нас только одна цель. Нет, речь идет, конечно, о территории, континентальной территории Соединенных Штатов. Ну так, на секунду. Эта ракета, если окажется там, где, в общем, она могла бы оказаться в худшем случае, способна уничтожить какого рода объекты, какие площади, территории? Ну, я вам так скажу, что если 7,5 мегатонн будет доставлено на территорию, как говорится, нашего партнера, то... Тут слово «партнер» очень важно. Да. То такие объекты, как город Нью-Йорк. Хороший город, но его не будет. Вообще. Одной ракеты. Одной ракеты, конечно. Совсем. От слова «совсем». Вот. Поэтому лучше не надо. Красивый Американцы, город. Кстати, всегда, вот они всегда боялись наших тяжелых ракет.